С работой медицинского центра в Сургутском районе познакомили губернатора Югры. В современной лаборатории проводят забор анализов разных видов. Можно сдать ПЦР-тесты на ковид и на антитела. Открылся центр благодаря поддержке администрации муниципалитета, а потом еще и грант получил. Помещение медики арендуют на льготных условиях. Ежедневно там принимают до 50 человек. Это не только жители Федоровского, но и других населенных пунктов района. В ближайшем будущем планируется открыть кабинет УЗИ. Все ездили в город, это очень неудобно. Получается, все анализы, все сдаются натощак. Тяжело было людям с диабетом, допустим, на голодный желудок куда-то поехать в Сургут.